Завершающий этап чемпионата Приморского края по ледовому спидвею принял Уссурийск. Почти круглыми сутками организаторы готовили трек на природном водоеме для двух соревновательных дней. Красивую точку в официальных состязаниях поставили именно в нашем городе. Было изначально запланировано 3 этапа, но в связи с болезнью, такой сильной болезнью организатора дальнегорского этапа Владимира Фадеева, пришлось отменить 3-й этап Дальнегорск, и мы вынуждены довольствоваться лишь 2 этапами в Уссурийске. Напомним, что первый этап официального чемпионата выиграл гонщик из Владивостока Николай Каминский. За победу с ним боролся наш земляк Антон Змага. Это же противостояние за золото все прогнозировали и на заключительном этапе. И в первый соревновательный день технический сход получает Каминский. Место лидера в турнирной таблице занимает Змага. Отошел от всех других мотоспортов, видов, и только здесь остался. Катаюсь так просто для себя. Гонщики и зрители с нетерпением ждали второго соревновательного дня. И оказалось, что именно он более удачный для спортсменов на треке. Теплая безветренная погода была комфортной для заездов по колкой поверхности. Второй день поинтереснее был, поудачнее у меня, чем вчерашний. Во вчерашнем дне, получается, фальстарт был в одном заезде, коснулся резинки. Ну, сегодня поудачнее, лед, так погода сопутствует всем. По итогу 2 соревновательных дней лидером 2-го этапа краевых соревнований стал Антон Змага. Но чемпион края определяется по итогу 2 туров. И равное количество очков оказалось у нашего земляка и гонщика из краевой столицы Николая Каминского. Победителя определил решающий перезаезд между 2 противниками. И посреди заезда Каминский смог обойти Змагу. На этот раз удача улыбнулась спортсмену из Владивостока. Спортсмены очень сильно добавили по сравнению с первыми гонками. Особенно молодежь очень хорошо добавили, сильно, молодцы. Сильнейший победил. Хотелось бы, конечно, чтобы Антон Змага наш на этот раз выиграл. Ну, победил сильнейший. Золото краевого чемпионата по ледовому спидвею получил Николай Каминский. Серебро у уссурийца Антона Змаги, а его земляк, ветеран мотоспорта Андрей Иванов, замкнул призовую тройку.